ГНАУ написало, что если ЮРЕН, то есть юридическое лицо на едином налоге, которое уплачивает его по ставке 6%, лишается статуса плательщика НДС, то в таком случае оно уже должно перейти на общую систему налогообложения или уплачивать единый налог, но по ставке не 6%, а 10%. Потому что 6% это если плюс НДС. А если оно уже не НДСное, то значит без НДС, а раз так, то 10%. Что здесь важно? Важно здесь то, что бывает предприятие остается плательщиком НДС, то есть соответствующего статуса не утрачивает. Но налоговики все равно любят, чтобы раз уж оно уплачивает единый налог по ставке 6%, а не 10%, то чтобы у него были не только освобожденные операции. А то бывает так, предприятие и единый налог платит по ставке 6%, а не 10%, и НДС не платит, поскольку сплошные операции освобожденные, либо те, которые не являются объектом налогообложения. Если исходить из закона, то это правильно. Действительно, можно уплачивать 6% единый налог, а не 10%, и при этом не платить НДС, если предприятие не утратило статуса плательщика НДС, а просто реализуют все товары, которые освобождены от НДС или не являются объектом обложения. Но лучше всего, чтобы не дразнить налоговую, хотя бы раз в год, а еще лучше каждый налоговый период, то есть каждый месяц, показывать хотя бы одну гривню фактически внесенного НДС. То есть да, все понятно, все у вас операция освобожденная или не объекта обложения, но сделайте хотя бы одну операцию не освобожденную, хотя бы на 6 гривен, в том числе НДС 1 гривня. И у вас уже не будет никаких проблем, связанных с тем, что вы единый налог платите по ставке 6%, а не по ставке 10%. Но стоит 4% того, чтобы для успокоения налоговой хотя бы 1 гривню заплатить в бюджет и НДС. Такая жизнь.